Хорошие манеры, достойное поведение и умение танцевать – вот что объединило юных кавалеров и дам на настоящем балу доблести, чести и славы. В художественном музее на Георгиевский бал собрались ученики средних и старших классов города Чебоксары. В память о героях Отечества главным символом вечера стала георгиевская ленточка. Девушки в элегантных платьях, юноши в костюмах на время окунулись в эпоху прошлого века. Когда идет бал, когда люди одевают специальные одежды, когда они ведут себя достойно, вы знаете, это повышается человеческое достоинство. И я думаю, что вот в этом даже вот и хочется себя держать определенным образом, хочется общаться определенным образом. Я думаю, что это тоже патриотизм. Пары кружились в вальсе, исполняли польку, мазурку и кадриль. Атмосфера старинного бала, где порой случаются признания в любви, где юноши делают комплименты своим дамам. Такое почти не встречается в современной жизни. Для Елены Полутовой посещение балов уже стало традицией. Я хожу на балы уже 4-й год, и на каждом балу открываю что-то новое. Это новые знакомства, новые друзья. На таком мероприятии мне кажется, что я перенеслась в прошлое, я познаю культуру своей страны. Мне кажется, что я в 19 веке. Я очень люблю петь и танцевать, поэтому эти балы для меня очень важны. Мои друзья с удовольствием ходят. Я учусь в социально-экономическом классе, учу историю, поэтому я могу считать себя патриотом. Обязательные участники бала – кадеты. Недавно юноши удостоились чести стать участниками военного парада памяти в Самаре. Там они получили особые медали. Быть на этом георгиевском балу – большая честь, потому что нужно быть не только кадетом, нужно быть еще как простой человек. Я хочу служить стране, приносить пользу ей, чтобы она процветала. Чтоб не было невзгод никаких. Традиции георгиевского бала нерушимы. Историю нельзя переписать. А это значит, что чувство патриотизма, любви к родине – вневременные понятия. Анастасия Алангина, Андрей Спиридонов, Республика.